Тарасова не вынесла горя, что случилось у гроба Дорошины. В театре «Современник» началась церемония прощания со звездой фильма «Любовь и голуби». Отдать дань легендарной актрисе пришли многие знаменитости. Попрощаться с Ниной Дорошиной пришли ее коллеги по цеху, с которыми она вместе снималась в кино и играла в спектаклях. Среди них такие звездные имена, как Лия Ахеджакова, Марина Ниелова, Александр Шервинт, Аркадий Инин и, разумеется, Владимир Меньшов, ведь именно его фильм «Любовь и голуби» принес актрисе всенародную славу. Хотя мало кто знает, что картина снята по спектаклю, где и была занята артистка. Проститься с легендарной актрисой пришла и заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Стоя у гроба покойной, звезда спорта не могла сдержать слез. Тарасова рассказала, что ей выпало счастье поработать с актрисой. В пьесе «Заяц. Love Story», где блистал дуэт Дорошина и Гафта, Тарасова была постановщиком по пластике, она прекрасна в каждой роли. «Но, конечно, я обожаю ее Надюху в «Любовь и голуби», – рассказала прославленный тренер.